болельщикам после окончания мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Кто пишет гадости трехкратному призеру Игорю Латыпову? Вы не болельщики, вы говно. Написал Губерниев под одним из постов биатлониста. Если не видеть гонку и смотреть на протокол, то все закономерно. Норвегия, Франция, Россия, как и было по сезону, три лидера на пьедестале. Но, конечно, очень обидно, поскольку видели, как все были собраны. Напомним, что Эдуард Латыпов извинился перед сокомандниками и болельщиками после провала своего этапа в эстафете.